У нас неожиданно выпало много снега, и мы решили испытать, на что же способен наш самодельный снегомопед из бензопилы. Трансформировать из мопеда в снегоход его можно прямо в поле, всего за пару минут. Мы берем всего лишь один ключ и прикручиваем лыжи на место. Просто вставили болт, и все это дело затянули. Берем вторую лыжу, делаем аналогичные движения. Сольем немного бензинчика. На карбюратор сразу. Проверяем лед перед испытаниями. Кататься можно. Да не, но это верхний слой. Ключ зажигания. Просто не прогретая. Я проехался, что я заметил. Управление у него совершенно другое, не такое, как у мопеда. К примеру, мне надо резко повернуть за носом. Я поворачиваю, он продолжает ехать прямо. Потом я приловчился, оказывается, надо чуть-чуть наклоняться. Притом не в эту сторону, как на мопеде, а в противоположную. Тогда он начинает только с заноса небольшим и газку давать, и поворачивать. Ты же видел, как я раздаю. Сейчас Стас покажет мастер-класс. Проверим максимальную нагрузку. Прикинь, Сань, мы вдвоем ехали, под нами лед трещал. Это нормально. Мы едем. Ты знаешь, классно прет. Да, вообще, супер. Фантастика. Есть место, она сама трогалась. Испытаем на внедорожье. А чтобы сэкономить на бензопиле для снегомопеда, можно использовать кэшбэк-сервис Letyshop. Устанавливаю расширение и в нем активирую кэшбэк. Кликнул и готово. Прежде чем слать деньги, убедись, что продавец надежный. Расширение покажет рейтинг, как быстро отправляется товар и другую полезную информацию. Letyshop вспомогает вернуть часть денег с покупок. Работает это просто. Смотрите, регистрируемся, логинимся на сайте, выбираем магазин, переходим, совершаем покупку как обычно, никаких сложностей, а деньги сэкономлены. Вывести кэшбэк со счета можно на карту, электронные деньги или пополнить счет мобильного. С Лети сотрудничают такие гиганты, как AliExpress, GearBest, Связной. Всего магазинов уже более 1000. В общем, рекомендую. Друзья, все ссылки в описании и премиум аккаунт в подарок. Ничего себе! Не, ну он выехал. Давай, лёд, куда ты едешь? Давай, 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 давай. Круто! Хотя местами по глубокому снегу проходимость была не очень. Нет, вот жалко. Но мы специально не шибовали колесо саморезами, так как такой снег у нас большая редкость. Сзади нету тормозов. А зачем тебе гидравлический ручник сзади? Чтоб угла давать, это что вот это. А, тут она вообще. Ёлки-палки, как такое могло случиться? Она отломала. Так что я эту зажевала ее вот так вот. Класс. И ты что сам можешь? Сколько он весит? Ого, уже нет.
Наш мопед оказался мощнее даже, чем ожидали. Класс, супер, идем хорошо. Скорость настолько большая, что страшно выжимать на максимум. Давай быстрее. Ощущение просто бомба! Жаль, что скоро обещают потепление. И поэтому в следующем видео мы переделаем этот снегоход в мопед. Сняли нашу лыжу. Направление у нас вот. Направление. Что, попробуем? Первый тест. Ого, ничего себе попер! Моща! Передняя круг. Ой. Ну что скажешь? Что я скажу ей? Я даже просто на 30 не дал ему разогнаться. А снег на зубах трещит. Точнее, песок. Подписывайся на канал, делись этим видео с друзьями. Ведь ваше внимание — это лучшая мотивация для нас снимать крутые видосы.